Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, 8 февраля засучите рукава. Активность сегодня – это залог завтрашнего процветания. У тельцов этот вторник пройдет в динамичном ритме. Звезды предлагают вам поучаствовать в общественных и культурных мероприятиях города. Близнецам не рекомендуется выносить ссоры из избы и посвящать окружающих в личную жизнь. Проблемы от этого не разрешатся. Ракам нужно сконцентрироваться на своих желаниях. Совет дня – стремиться к реализации только того, от чего вы получаете вдохновение. У львов благоприятный день для косметических процедур. Уделите этому время и наслаждайтесь результатами. Девы, постарайтесь обратить внимание на окружающих людей. Возможно, кто-то из них нуждается в вашей помощи или поддержке. Весы могут почувствовать в чем-то свое несовершенство, но, как ни странно, это пойдет вам только на пользу. Скорпионы, звезды открывают перед вами все дороги. Осталось только выбрать свой путь и направить энергию в нужное русло. Стрельцы вступают в полосу прощения обид и достижения духовного равновесия. И правильно, когда ты спокоен и дружелюбен, весь мир открывается тебе навстречу. Козероги, врожденная коммуникабельность поможет вам выполнить задачу по расширению деловых контактов. Девушкам-водолеям звезды советуют послушать подруг и решиться на эксперименты с внешностью. Результат окажется более чем впечатляющим. Рыбы, а почему бы вам не поделиться планами с любимым человеком? Для воплощения идей вам сейчас необходима поддержка родных людей. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.